сейчас будет костер разжигать? Да. Вот папа, сколько с папой. Принялось. Сейчас, подожди, сыночек, только стой аккуратно. Розетку положим, да? Подходи, смотри, папа. Подходи, зайка. Уже можно, но он не поймет. Отходить, приходить. Сейчас, зайка, будем костер делать, да? Такой ветер. Теперь палочки кладем. Давай. Сейчас Миша там. Сейчас у нас будет костер. Давай палочки ломать. А я буду. И ты будешь. Ломай палочку. Да. И клади сюда. Вот так. А я буду. Ломай, ломай палочку. Да, и складывай сверху. Сейчас у нас будет настоящий костер. Будем греться возле костра, да, Миша? Да. Может, я хлебушек потом. Фух, устал. Быстро устаешь, как мама. С папой. Засыпаю, как убитый, просыпаюсь. Вот папа сейчас. Папа. Так, клади палочку. Ну что, поджигаем? Да! Не, эту палочку не надо, это большая палочка. Вот эти еще маленькие можешь, бери. Так, сейчас папа еще принесет. Папа, лучше ты оттуда брал. Откуда? Оттуда. Мне туда бегать далеко. А, ну хорошо. Ну что, сынок, ты сейчас будешь костер разжигать? Да. Огонь? Да. Только с огнем надо быть осторожным, да? Да. Это полки. Ого, папа дал бревно, Миша и не может разломать. А ты давай, ну вот ножкой наступай. Вот так. Так вы будете переходить на эту сторону, да? Нет, тут всегда какой-то будет разломать, а папа может разломать. Да все, наверное, будет хорошо гореть. Наверное, уже хватит. Так, все, сейчас папа будет поджигать. Так что, переходим на эту сторону, чтобы ветер не дул. Или как? Все, сыночек, отходи. Вот, папа будет поджигать. Дров у нас побежал. А куда это Миша побежал?